Ш-М-И. Хватит. Годен. Можно идти? Да иди, чего сидеть. Майор, можно спросить? Слушай, а куда нас пошлют служить? Куда родина прикажет. Поднимай руки вверх, в сторону, вращение. Хорошо. Присядьте, пожалуйста. Хорошо. Нет. Больно? Нет. Стой смирно. Рота, подъем! Держи гранату! Спасибо! Майор! Ну, наконец-то! Я уж заждался. Будем здравы? Че они там разорались, а? Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы расставались с тобой. Нет больше ночек, где ты платочек, милый, желанный, родной. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек заберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Водитель, стой! Это кто? Эй, не русский, стоять! Куда поперли? Я сказал стоять! Стоять, я сказал, блядь! Засада! К бою! Гуру, гуру! Давай! Давай! Абдуль, ты хитрый. Договаривались об одном, ты взял двух. Зарежь одного. А если он сдохнет в дороге? Надо на свинья. Динамо ди даме хмаре. Дай чи топи. Allah.
Ничего, больше никого? Никого. Ты хоть стрелял? Не успел. Я что-то позабыл, как тебя зовут. Рядовой Жилин. Херово воюешь, рядовой Жилин. Ух ты. Тебя плевать не тянет? Не очень. Понятно, дуракам-то везет. Фу, у меня что-то... контузия. Ну-ка, иди посмотри, что там. Asa. Şey diye tina ki çok kule bir yer yantı var. Пошел ты, блядь. Барды да узган. Суки. Мне не полеть? Нет. Я вообще-то спросить хотел. Помолчи. А ты занимаешься здесь, а? Bir de işittim seni Yaman'la. Так, конечно, долго можем сидеть молчать. Чего? Слушай, ты запомни раз и навсегда, когда я вот так вот сижу и думаю, меня чтоб не трогал, понял? Опять забыл. Тебя как зовут-то? Жилин. Ваня. Херово тебе, Вань, будет на цепи со мной сидеть.
Здравствуй, мама. Пишу тебе свое первое письмо. Служу я, мама, на Кавказе. С одной стороны море, с другой горы. Все у меня хорошо. Ты особо не беспокойся. Твой послушный, любящий сын Иван. Вот такое короткое письмо. Ну что, дай закурить, что ли? Понятно. Че, сюда, что ли, тоже? Дохлый номер. Это надолго. Сувенир. Ну, как там? Здорово, Курбаши. Что случилось? Из чего стрелял? В кого? В наших ребят. Из всего стрелял. Чтобы их в ауле больше не было. Что они с нами сделают? Не убьют же? Да вряд ли. Что-то на железки тратили. Продавать будут. Дай пожрать-то. Ну что, мы с утра ничего не ели? Uzgur havaya faytlar. Yakın ki bantari gurda kedi mi? Şaz kudüsü de mardayı gur. Leş ne fayı? Doğru mu uyut? Çemiş hül yayı kuanes. Aksuru turutu dımdadan şavulu var. Ara peri arda o getebi yemeğiz. Meşe yoktu komenden şevtavazı pulimi vetsa. Ola muvalim itkı. Машин гадовцкую телу себе, а мне хвана да камец вода чем шумца. Мы с хок за аром конда. А мне курра варит дизба, а ми кадаварим бадали жада хал один жаматтин курар. Калора кайда хори или лептер, заш не важда. Мен титону вицер русеби санду халхи аравиян. Маграм туму матвилес. Товарищ прапорщик, а вот говорили, что нас продавать будут, а я что-то не понял, кто же нас купит-то? Ну, Вань, тебя вряд ли кто купит. Меня Камдеев. У нас с ним третья война уже. А ты-то точно нахер никому не нужен. Что, я тоже научусь воевать? Поздно, Вань. А вот, знаешь, если честно,
У них денег не хватит на двоих. Я же знаю, они нищие. Ну и что та со мной сделает? Зарежут. Товарищ прапорщик, тогда там не рассказывать ничего. Чтобы мать подольше не знала. Ладно, Вань, не бзди. Я договорюсь, обоих купят. Дороговато, правда, выйдет. Я тебе забыл одну ерунду сказать. С яйцами прощайся. В каком смысле? В прямом. У них обычай такой. Чуть что яйца резать. Слушай, ты потрахаться-то успел? Конечно. Конечно. Ну и хорошо. Чего тебе тогда волноваться-то? Тогда все нормально. Да жалко как-то. Чего жалко-то? Ой, надоел ты мне уже. Жалко, жалко. Кстати, меня Саша зовут. Слай. Понял. Чё ты понял-то? Неделю назад с подругой одной в городе познакомился. Пришли домой к ней, шампанское выпили, тролливали. Я уж презерватив надел, а вдруг шлеп и заснула. Я будить ее начал, ее спит, как убитая. Испугался и побежал к соседям. Они говорят, это у нее летаргический сон. Ну и дальше что? А что дальше? Снял презерватив, да в часть поехал. Но она-то проснулась. Вот я и не знаю. Они же, знаешь, иногда поскольку спят. Мешок. Держи руки за спиной. Пойдешь вперед шагов 20. При любом выстреле перекатываешься к скале. И не шевелись. Есть, товарищ майор. Полчаса осталось, не расслабляйтесь. Слушай, мне прям не верится, что нас обменяют. А нас, может, еще и не обменяют. Да не, ну куда они теперь денутся? Я даже думаю, может, нам отпуск дадут, а? О, это за какие же заслуги? Ну, а что, мы напишем рапорт. Напишем, что взяли в плен 5 духов. И куда они делись? Ну, куда делись? Убежали. А что, 5? Тогда 10 напишем. 10 и убежали. А если у них на самом деле наши ребята? Осман пленных не берет.
Так, накрылась. Почему? Заткнись. Хасан! Около истины. Садарьян. Шли царму упали, а там, а ты где там? Договаривались с комендантом об обмене. Начнет хитрить. Я писать не буду. Не будешь писать, клянусь, зарежу. А? Опять не ходят. Что я тебе говорил? Дура. Чему ты вырагнешь на покибасти? Викули стала. Слушай, а у тебя кто родитель-то? Мамаша артистка, папаша генерал. Где живут? На Диком Севере. Далеко ехать. А твои кто? Мать учительница, отца нет. Но приедет она быстро. Как дезодорант пишется? Дезодорант. Все. Посылку хочу, чтобы прислали. Тебе ничего не надо? То вроде нет. Ну, вот это все. Стоять! Документы. Идешь куда? В комендатуру иду. Кто письма вынимает? Вот он. Я принимаю письма. Пойдем. Thank you.
дядя Боря. Здравствуй, дядя Абдул. Как поживает? Как здоровье? Да что на улице, говори. Пацаны ремонтировать, сапоги ремонтировать. Спасибо. У меня к тебе просьба. Пожалуйста. Придет к тебе женщина, русская. Скажи, где мне можно найти. Я знаю, где вы бываете. Ну, я всего хорошего. Devlet kavak. Etimdikli mücavlat ve bu iki davusu. Ruhu bırak ruh. Şimdi kim edek ruh? Çöştelişti mi devlet arkancağdan? Ну что, Дина, не беру замуж? Нет. Держи. Это тебе подарок. Спасибо. Кандалы надо снимать, а то разобьемся. Ты чё? Через плечо. Все, Хасан. Перекур, ну смотри уже сколько. Слышь, Хасан, я все никак не пойму. Ты же вроде не глухой. А все время. У тебя язык-то есть? Отрезали. А яйца целы? Жилин, ты что выбрал, язык или яйца? Стрелок херов. Мог и убить. О, жратва пришла. Слушай, Дин, а чем нас старик стрелял? Убить хотел. Да, Вань, не любит нас здесь. У него два сына погибли, а третий русским. Милиции служит. Слушай, а кто Хасан-то язык отрезал? Русские. Конечно. Кто же еще, кроме русских? У него жена сбежала с геологом. Хасан поехал ее искать.
Когда нашел, не выдержал и убил. Он 7 лет в Сибири сидел, в тюрьме. Ну, там тоже не выдержал, лишнее слово сказал. Ну, за это его язык отрезали. Пацан любит петь. Он вам родственник? Моя старшая сестра его женой была. Хасан! Ты, говорят, петь любил раньше. Ну, спел бы что-нибудь. Давай, я помогу. Очень знакомая. Я что-то слова забыл, не напомнишь, нет? Ты что такая грустная? Отец сказал, если через 10 дней ваша мать не приедет, то он вас убьет. Да приедет. Хорош ты, мужик, Хасан. Отпустил бы ты нас. Здравствуй, мама. Так получилось, что я попал в плен. Но ты не волнуйся. Наш хозяин, Абдул-Мурат, просто хочет обменять нас на своего сына. Относится он к нам очень хорошо. Но если можешь, приезжай, пожалуйста, поскорее. И об этом письме лучше никому не рассказывай. Салам алейкум. Алейкум салам. Алейкум салам. Халтарна гейдал тюрьма тазу Абдул. Оя. Халтар вала не рази Абдул. Смотри, Сань, ну, получит мать письмо. И что потом? А потом, Вань, по жопе долотом. А ты бы хотел сюда вернуться? Нет. А вот я бы хотел. Только в новом камуфляже, в кроссовочках. Чтобы у тебя огнемет, у меня СВД. Зайдем во дворик наш. Нас там встретят. Вот эти вот Хасан, Абдул. Вот так в этом дворе останутся. А девчоночка нас в дом позовет. Вань, мы же еще в доме не были. Мне не хочется их убивать. Надо, Вань. Это война. Я дали ты сисая мануджи.
Сань. Сань. Сань, дай подойти. Что тебе надо, а? Что ты прицепился-то ко мне? Да я к окну подойти. Иди куда хочешь. Чтоб я тебя не видел только. Ну и чего ты тут не видал? Я все думаю, что ты такой психован. Чего-чего? День рождения у меня. Поздравляю. Угу. Слушай, может, сбежим сегодня, а? Давай. Или белая? Елочки. Правильно. Слушай, Вань, я придумал, ну, когда война кончится, мы здесь бар откроем. Ну, назовем у Хасана. Давай. Вообще здесь воняет так нельзя, а? Да вообще я в армию по дуре завербовался. Оружие любил, бабки. А потом уже как-то в кайф пошло. Хотя мне все говорили, Саня, иди в артисты. Не, ну что, талант у меня, конечно, дикий. В Большой театр даже звали Гамлета играть. Ой, Саня, смотри, что еще нашел. Да, похоже, сегодня не убежим. Что-то я не в форме. Но я тебя отсюда вытащу. Змеиный жал. Учуял выпивку, да? Надо выпить. Еще не позвали. Ну, конечно, кому они все это держат. Хасан. Хасан, сейчас обидимся. Держи. Эх, Хасан. Ну, Хасан. Вот ты ж никак не ожидал, а? Вот это подарок, а? Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Хасан, ты танцевать умеешь? Ну, смотри, пока мы живы. Рэп! Если в поход
Страна позовет за край наш родной. Мы все пойдем в смертельный бой. Ударь меня. Глазами. Так, Ваня, орать громче надо. Я так прикинул, мать письмо уже получила. Наверное, едет. Может, и едет. Ты знаешь, мне когда 4 года было, я в колодец заброшенный провалился. В общем, вся деревня искала. А нашла мать. Вытащила меня оттуда. Потом целый день проплакала. А на следующее утро взяла тачку. И целую неделю песок возила, пока этот колодец весь не засыпала. Представляешь? Очень она мне впечатлительная. Твоя как? Черт его знает, может, тоже впечатлительная. Я же детдомовский. Кому что я письмо писал? Ага. Поварихе нашей. Шикарная баба. Лет 15 назад умерла. А то бы точно приехала. Представляешь, головой о противень ударилась и... Все. Да ну тебя. Это что, врач, что ли, буду? А что ж ты раньше молчал? Ну вот, сказал. Как это?
вам подарил. Смыл я чем-то окна. Сейчас хлызами дать мигорх. Залиан, залиан мигорх. Майор, надо повидать. У меня здесь сын сидит. Где не положено? Пойди, позови его. Да. Это бандиты, мать, настоящие бандиты. Ты что думаешь, я не пытался устроить обмен? Пытался. Я взял бронетехнику, взвод солдат, вертолет поддержки. И что? Они даже носу не показали. Доходят? Они не хотели меняться. Они хотели нас из засады всех чики-чики. А ты предлагаешь, чтобы я тебе дал заключенную, и ты с ним под ручку по улице прогулялась? Они тебя обманут, мать. Им вообще верить нельзя никому, даже детям. Какой-нибудь пацан приходит у нашего солдата менять гашиш на гранату, а он этой гранатой ему же... Тихо, мать, спокойно, успокойся ты. Тихо, мать, я тебе прошу, успокойся. Слушай, мать, у нас и так каждый день потери. Как мне выйти на Советскую улицу? Вы не скажете? Вот, пожалуйста. Отведи ее, там она найдет. Спасибо вам. До свидания. Две водки дай мне. Эй, солдат, деньги. Деньги дашь. Дальше не надо. Хозяин! Хозяин! Законы у нас не знаешь. Они мои. Были твои законы, сейчас стали мои законы. Пленных.
Приводи пленных. Асан, приводи. Пошел. Чё-то мне лицо твое знакомое. Вспомнил? Пошел. Вспомнил. Ружье. Что ж ты не спрашиваешь, куда нас везут, что с нами будет? Да я уж понял, что ничего хорошего. Угу. Двигай вперед. Мины там. Иди ищи. Темно ж, ничего не видно. Иди, а то застрелю. Абдул, снял бы цепи, подорвемся же. Ключи дома. Точно подорвутся. Какая разница? Нам проехать нужно. Тихо, 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 тихо. Опа. Все, Сань. Не. Это только первое. Держи. Красавчик, молодец. Ассалам. Салам алейкум. Держи. Да, ребята, я думал, вы сегодня подорветесь. Клянусь матери вам. Ну, молодцы, читайте, что второй раз родились. Но сегодня вы мои гости. Отдыхайте, пейте, кушайте, я отвечу за вас. Молодой.
моим племянником бороться? Давай я. Нет, ты старый, пусть молодые борются. Зовут Разбеком Балыш. Рамазан. Что делать-то? Ори громче. Иди сюда. Ну, давай. А-а-а! Все, 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 понял. Сдаюсь, уберите его. Вам. Спасибо. Красиво звенят. Это украшения моей бабушки. Они очень старые. Это волчья рожа. А эти рога. Вот. Это семена яблони. А эти бутоны. Ты очень красивая. Нина! Сади сахши. Я хвал дела за этого пундера, что вас гады фикалы. Она сказала, что очень нужно тебя видеть. А я сказал, чтобы ждала. Ну,
45, а? 46. 47. 48. Погромче сделай. 49. Говори место, где встречаемся. Я сообщу, когда все подготовлю. Я слышала, твой сын учитель, я тоже учительница. Это не важно сейчас. Мы с тобой враги. Да, конечно. Я могу на тебя надеяться. У нас нет другого выхода. Только один замок открылся. Давай, потом разберемся. Сын в Чите больной. Я туда деньги посылаю. Адрес у комдива возьмешь. Хорошо. Ну что, рядовой Жилин, с Богом. Сюда. Пошли.
Ну что, как орехи-то? Пеешь? Что ж ты баранов-то с одним патроном стережешь? Старая какая. Она хоть стреляет? Лучше новых. Положил бы ты ее от греха. Я ничего не делал. С тобой только из плена и бегай. Не оборачивайся. Сань. Тихо. Винтовку на землю. Кто убил пастуха? Я. Aslan, Şanlı'nı yani götür. Bu bizden gelecek. Желин! Спасибо. Ты не приходи сюда больше. А что? Спроси старуху, соседку. Почему? Ну, воняет здесь очень. Ты уже как собака. Собака не стесняется вонять. Ночью не замерз? Замерз. Еще хорошо, дождя не было. Сегодня дождя не будет. Светлячков много. Ты замуж-то еще не вышла? Нет, сватается. Я бы посватался. Мне за тебя нельзя. У меня уже муж, не через год. У нас тут рано замуж выходит. Ну что, понравилось? Бисмиллахир рахманир рахим.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين الله أكبر الله أكبر Как дела? Как Саша Бела. У тебя-то как? Да у меня-то как? Я мертвый. А мне нравится. Тихо, спокойно. Сань, как же я теперь без тебя-то тут? Ну, хочешь, пошли со мной? Угу. Сейчас. Нашел дурака. Смотри. Слушай, что-то я опять забыл. Как тебя зовут-то? Тут русских, которые сейчас я ремонтирую. Или того зарезал. Я тот. Сможешь сейчас я ремонтирую? Не успею. Садорога. Стой. Документы. Куда идешь? К сыну. Он милиции служит. Иди. Здравствуй, Мамин. Вот принес. Второй пошел. Третий пошел. Этого сюда. Сюда. Пятый пошел. Стоять здесь. Шестой пошел. Давай быстрей. Ой, хороший край. Девятый. Давай. Рыбаки донесли.
что еще хорошо, фруктов у вас много. Да, фруктов у нас много. Но все равно жить бы я здесь не стал. Не любит нас здесь. А после войны еще больше любить не будут. А кто на войне друг друга-то любит? Да что это за война-то? То наступай, то отступай. То мирись, то дерись. Какая армия это выдержит? Куда? Мамед зовут. Что здесь сейчас узнаем? Тут Мамедов старик пришел, говорит, что его отец. Ну, пропусти. Мамед, ты всех забирай. Я одного приказал оставить для обмена. У нас два парня в плену. Мать к одному приехала. Вроде договорилась. Пусть попробует. Иногда получается. Салам алейкум, Адаш. Держи деда! Всем лежать! Ах ты, сука! Качун, Качун шел! Мать, уйди! Куда? Стоять! Куда, козлы? Куда? Петро, ко мне! Остальных загоняй в машину! Стреляй, стреляй! Плохая весть для тебя, Абдул. Сына твоего убили. Рахмат умер. Ты проживешь еще ночь. Помоги мне, а? Не могу. Ты должен умереть. Неохота умирать. После обряда тебя должно оставить шакалом. Но я тебя похороню. Принеси ключи, пока нет никого. Я тебе сделаю просторную могилу. Посыплю землей, и ты увидишь ангелов смерти. Потом я поставлю свое украшение тебе. Это мой свадебный подарок. Может, твоя душа найдет себе невесту в небесах? Не найдет. Мать, успокойся. Мы отомстим за наших сыновей.
Иван, ты хотел меня видеть? Да. Только никого не убивай. Давай, скорее, скорее. Ну что же ты сидишь? Беги. Не могу я. Тебя здесь не простят. Русе мамокле, шени зима, да че ина моклат русеви. Цади сахши. Цади цмастам. Пошли. Оглядывайся. Ну чё ты? Оглянись.
головы! Стойте! Стой! Не надо! Стой! После плена меня недели две продержали в госпитале, а потом комиссовали и отправили домой. В поезде мать всю дорогу плакала и рассказывала соседке, как ей повезло, какая она счастливая. А я все время хочу, чтобы мне приснились люди, которых я любил и которых больше никогда не увижу. А они все никак не снятся.